Из всех хищников он самый опасный. Из всех жертв она самая смелая. Психологический триллер, взорвавший рейтинги электронных продаж. Наташа Шторм. Контракт со зверем. Мир больших денег безжалостен и циничен. Роман «Адреналин», ставший хитом Рунета. Остросюжетный, яркий, драматичный роман о природе человеческих отношений уже в продаже. Алексей Иванов, Тобол. Главное литературное ожидание года. Грандиозный исторический эпос от автора романов «Золото бунта», «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил». Сибирь. Эпоха великих реформ Петра I. Нарождающаяся империя крушит в тайге воеводское средневековье. Все, кто были званы в Сибирь, проверяют, избраны ли они этими вольными краями. Беглые раскольники воздвигают огненный корабль. Русское войско идет за золотом в далекий город Яркент. Пленные шведы и бухарские купцы, православные миссионеры и китайские контрабандисты, непримиримые каторжники и упорные зодчие – все они вместе, враждуя или спасая друг друга, творят судьбу Российской Азии. Грандиозный сибирский эпос. Алексей Иванов, Тобол. Издательство «РТ-Софт Космоскоп» представляет художественный биографический альбом Алексей Леонов «Человек и космос». История открытий и свершений в космосе и на Земле оживает в картинах и воспоминаниях Алексея Леонова. Живопись, графика, редкие фотографии и документы погружают читателя в атмосферу эпохи. Репродукции художественных полотен, предстающие во весь разворот, приковывают внимание и вызывают просто космическое ощущение присутствия. Это книга о любви и дружбе, о победах и невероятных событиях, об удивительных переплетениях судьбы, написанная живым языком. Подарите себе увлекательное путешествие в совершенно особый мир космоса и живописи вместе с Алексеем Леоновым. Представляю свою новую книгу «Свой чужой родной». Это книга о женской интуиции, о том, как важно ей доверять, не слушать мнение других
и пытаться разобраться в той истории, в которой, собственно, оказалась моя героиня. Читайте и, надеюсь, получите удовольствие.